Вот получается диск с емкостью, две крышки. Так, этот воздух, который идет из моста, этот воздух, который идет в диск, в смысле в саму в шину, а вот этот воздух идет в диск, который вот здесь вот, вот здесь внутри имеет емкость. Значит, там сейчас есть небольшое количество топлива. Чтобы нам его, это топливо, скачать, нам необходимо сначала поставить верхнее положение любую из двух крышек, открутить ее и вкрутить туда. Давай, откручивай. Значит, откручиваем верхнюю крышку. Если бак был бы полный, то мы бы сейчас поставили колесо таким образом, чтобы это была крышка в максимально верхнем положении. Так, вот сюда мы накручиваем. Подержи, я покажу. Крышку, из которой будет топливо выливаться. Вернее, это получается, ну да, специально такая крышка с горловиной. Надо было красочку почистить, тогда бы не мучились. Накрутили, проверили, чтобы кран был закрыт. И теперь переезжаем таким образом, чтобы эта трубка оказалась в самом низу. Смотри на меня в зеркало, я тебе, Андрей, покажу. А, наверное, видно, нет? Самое низкое, самое нижнее положение. Переехали. Так, теперь чего? Теперь вкручиваем верхнюю, откручиваем. А, не надо же ведь, да? Конечно, не надо. Все, все, я туплю. Давай. Грубо говоря, одеваем шланг. Сгончик. Давление небольшое, можно никаких хомутов не пользовать. Мы в данном случае опускаем его в канистру. А по идее это сразу вот прям можно вот в бак. Так, и получается что? Подожди, не торопись. Воздух из моста через систему центральной подкачки у нас попадает внутрь колеса в покрышку. А сейчас мы откроем вот этот кран, и воздух попадет в емкость самого диска. И будет выдавливать топливо в канистру. Давай. Вот этот ключик, которым мы откручивали эти пробки, он имеет еще специальный ключик, чтобы подавать воздух. Теперь открываем кран, чтобы выходило топливо. И топливо побежало. Причем очень даже быстро. Достань так, чтобы видно было напор. О, все. Топливо побежало.